Hi, today we're going to read a Russian poem. If you want to see the rest of my playlist, which mostly has English language poetry, you can find a link in the notes below. Also in the notes below, you can find an English translation of this poem. Сегодня мы будем читать стихотворение Анны Ахматовой «Лотова жена». Пожалуйста, поставьте лайк, поделитесь этим видео. Вы можете подписаться на канал через красную кнопку в углу экрана, и субтитры вызываются кнопкой CC. Анна Ахматова, русский поэт, она родилась в 1889 году, умерла в 1966 году. Это стихотворение «Лотова жена» было написано в 1924. Жена же Лотова оглянула позади его и стала соляным столпом. Книга Бытия. И праведник шел за посланником Бога, огромный и светлый по черной горе. Но громко жене говорила тревога: «Не поздно, ты можешь еще посмотреть на красные башни родного Содома, на площадь, где пела, на двор, где прела, на окна пустые высокого дома, где милому мужу детей родила». Взглянула, и скованной смертную болью глаза ее больше смотреть не могли, и сделалось тело прозрачной солью, и быстрые ноги к земле приросли. Кто женщину эту оплакивать будет? Не меньше ли мнится она из утрат? Лишь сердце мое никогда не забудет отдавшую жизнь за единственный взгляд.